Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И начнем с выполнения заданий. Так, у нас остается поднять уровень персонажа и сразиться в четырех боях. Насчет боев все предельно ясно. Я буду прокачивать Рахзару, еще один навык на волчью стаю. Для этого нам нужно с вами 10 вот этих вот магнитофонов. Давайте попробуем найти. Так, катушка с пленкой, да, называется. Ну что же, одну штучку мы уже с вами нашли. Нам нужно, так, уже две. Плюс одна была, да, получается три, а нужно их 10. Значит, еще 7. Так, секундочку, наверное, нам нужно вот здесь попробовать. Нет, не вышло. Да ладно, хорош, какую-то там, я не знаю, ерунду с катушкой мне не могут дать. Во, дают. Так, ну это мало, еще дали, отлично. Так, у нас в плане пицца у меня закончилась. Что так быстро-то? Эй, я так не играю, ребят. Моментально закончилась пицца. Так, сколько там? Подожди, Рахзар, покажи, сколько еще нужно тебе этих катушек. Еще 5 штук. Ладно. Может быть, накопим пиццу, потом, ребят, с вами продолжим искать. Ну что же, забираем здесь реворд. Так, поднимаем уровень персонажа. Кто у нас будет? Сколько мутагена? 10 тысяч. Мы можем, в принципе, наверное... Так, Змейка Вьюн, ты как у нас насчет этого дела смотришь? Давай, 62 уровень он получает, и мы с вами идем на арену. Так, здесь у нас мутаген. Ну ладно, это я уже потом за кадром сделаю. Турнирная арена. Давайте посмотрим, где я, ребята. Так, Лига Сёгунов. Одна звезда, отлично. Ранг 75-й. Поехали. По Шурику будем с вами дрынкать. Так, у нас 48-й. 47-й, давай вот этого, наверное, да? Это кто у нас? Яким, вот, или Джокин, в общем, будем с ним драться. Максимальный 48-й уровень, поэтому будем брать, наверное, 45-х моих. Начнем с 43-го, раз, два, три, четыре, и Леонардо, конечно же, будем брать его, чтобы разобраться с одного удара и как можно быстрее нам продвигаться выше по карьерочке, да? Ну, Лео, не подведи меня, родной, братюнь, давай, отожги. Шмяк, и все. А нет, ребята, смотри-ка, Донателло выжил, елки-палки. Постоянно Донателло выживает. В какой бы он форме ни был, да, из какого бы он мультика ни был, он все равно выживает. Он, видимо, действительно сам по себе очень, ребята, крепкий, малый. Так, ну что, цель у меня, конечно, сегодня добраться до Лиги Сёгунов 3 звезды, в чем я очень сильно сомневаюсь. Но постараться надо. Здесь у нас ноунейм. Так, Ванда. И кто там? Джиджиману. Непонятно, откуда ты вообще взялся, Джиджиману. Я буду вот драться с ноунеймом, потому что мне кажется, он будет проще. Я, наверное, опять верну сюда Леонардо, да, и отыграю еще раз своих малышек. Раз, два, три, четыре. Вот такой команды. Сейчас попробуем быстренько сделать вертушечку, да. Если они падают, то, грубо говоря, у нас получается халявный бой. Но вот упадут ли они? Проверяем. Так, смотри, да что ты будешь делать? Я, вот я вам, ребята, говорю, какой бы Донателло бы ни был, он все равно выживает. Именно вот удары Лео его не могут пробить. Не знаю почему, вот честно вам говорю. Так, ну что же, попадаем мы с вами на 50-е место. А почему так мало подняли нас? Что-то как-то странно. Ну так мы, ребят, с вами сегодня вряд ли получим. Все, вон, 3 звезды. Если таким макаром будем двигаться. Нет, меня это не устраивает. Так, давай-ка мы Эмиль. Хотя нет, лучше всего вот Джордана брать. Да, лучше его. Так, Лео, придется тебе еще разок к нам прийти. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Отыгрываем еще с вами 2 боя мелкими. И уже будем приступать к нормальной команде. Я имею в виду без поддержки Леонардо. Ну-ка. Шмяк, опс. Тихо, ребята, тут главное не сфейлиться. Давай, Апекс. Отлично. Так, Майки, не подведи, родной. Бамба не как следует. Слушай, неужели отхиливается? Да, ребята, он хильнулся. Ё-моёшечки. Кого будем бомбить? Ну, давай, наверное, Рафаэля, потому что он смертельно опасен, на самом деле. Так, понеслась, да? Сейчас еще и дополнительную защиту повесили. Слушай, нам нужно пробивать с вами. Пробивать. Давай попробуем Бибопа. Смачно. Так, теперь, интересно, поджарить получится? Ни шиша, да? Ну-ка, Апекс бомбани. Почему я его называю Апекс? Я ума не приложу. Его же не так звать на самом деле. Ну-ка, давай-ка.
Ай-яй-яй, слабо, ребята, слабо. Сейчас кому-то... Воу. Рокстеди, бедный ты... Твою же налево, а? Ты посмотри, ребята. Вот это был фейл. Рокстеди меня подвел. Вот что я вам хочу сказать. Да, сейчас, кстати, может упасть даже Леонардо, если присмотреться на его ХП. Ну, сейчас вроде бы терпимо. Но, тем не менее, какую же он, гад, крепкую защиту вешает, а? Я имею в виду именно Донателло. Ну, давайте еще бомбаните мне здесь остальных, чтобы просто было зря потрачена, извините меня, откатка на Леонардо. Ну-ка, пробьем. Так, мы здесь пробили, понятно. Что нас здесь, ребята, может выручить? Да ничего, абсолютно, потому что он добивает. Да, ребята, Майки упал. Черт бы побрал. Да, не рассчитал я маленько силы. И, видите, поплатился за это. Поплатился бонусами, естественно, ревардом и так далее. Ну и что, какая у нас будет? 45-я позиция, это в лучшем случае. Да, 45-я. Ну что же, ребята, больше такого не повторится. Но зато мне дают сразу слабеньких персонажей. Будем драться с вами с Винца, да? Тут как раз нормуль, много серебра и то, что мне нужно. И 56 уровень. Нет, парни, мне это не нужно. Я хочу назад. Ладно, возьмем опять с вами Лео. И, кстати, вот здесь надо убрать крысиного короля и вместо него взять, наверное, змейка Вьюна. Потому что здесь 56 уровень. Шутить с ним не стоит просто так. Сегодня, ребята, у нас будет, кстати, розыгрыш ДНК на Супер Шреддера. После лиги, соответственно, я побегу туда. Ух. Непредсказуемо, конечно, у нас бомбит Леонардо. Не пойму, ребята, как действует. То с одной вертушки ложит всех, да? То вообще не может положить никого. До этого был противник намного слабее вот этой команды. И он там не уронил. Он только двоих, двое упали. Здесь же уронил он всех. Странный малый. Ну, я понимаю, что все зависит от крита и так далее и тому подобное, но... Должна быть какая-то закономерность, елки-палки. Так, кто у нас тут? Бенджамин, Дэн и Алексей. Алексей, да? Посмотрим, ребят. Ну, я думаю, что лучше играть мне с Бенджамином. Да, у него слабее противники, поэтому начнем с него. Раз, два, три, четыре. И опять мне придется брать Леонардо. Да что ж ты будешь делать, Лео? Я никак от тебя не могу отвязаться, а? Единственный персонаж с массовой атакой. Причем массовая атака очень сильная, очень сильная. Я представляю, если его прокачать по фулочке, ну, вот эту вот вертушку на максималку, он будет вообще, наверное, отжигать божественно. Кстати, вот здесь опасная ситуация у нас, потому что, ребята, три героя выжили. А кем я буду их разбирать, пока ума не приложу. Я знаю, что они могут меня сейчас разобрать с полтычка, на самом деле. Так, понеслась. Ну-ка, контратака. Бомс, мимо. Отлично, Усаги, молодец, красавчик. Сработано как надо. Ну что, давайте, наверное, возьмем с вами на всякий случай провокацию. Я не хочу, чтобы здесь пошел разбор полетов у нас. Подхиляться. Ну, давай хильнемся, так уж и быть. Сделаем отхил. И бомбанем теперь массовой атакой. Давай, крысы, не подведите. Подвели. Ну, давай, контратаку. Опа, и мимо, как всегда, ребята. Ну что, Лео вот этот, ребята, опасен на самом деле. У него есть удар, да, прыжок сверху вниз, разрубая мечом, мне он не нравится. А так все идеально. Слушай, действительно, пульверизатор довольно крепкий малый. Как его звать, там, Тимати, по-моему, да? Довольно крепкий малый, и я думаю, что надо будет как-нибудь задуматься над тем, чтобы его тоже прокачать хорошечко. Так, ребят, ну что, 16-я позиция у нас, да? Мы пока еще в Сёгуне, одна звезда. Очень медленно идем, очень медленно. Ну, ребята, здесь были мои косячки, вы сами прекрасно их видели. Так, 54-й левел у нас здесь, да, 54-й. Мы с вами, опять же, пока не дотягиваем. Кого же нам тогда взять? Лео, опять тебя, что ли, брать? Ну да, без тебя прям вот как без рук, я не знаю. Все надежды возлагаю на твою вертушку. Так, тут Донателло, Лео. Да, тут много очень опасных противников. Давайте попробуем, ребят, без фокусов. В принципе, нормуль. Так, Хан, добьешь кого-нибудь? Молодец. И тигриный коготь добивает, я думаю, да? Отлично. Ну все, теперь мы с вами подобрались до наших хаев. Там у нас 55 и 51 уровни начинаются. И я думаю, что можно уже справляться без помощи Леонардо. А в Сёгун две звезды мы так и не попали. Угу. Чертовски тяжело идем. Так, что у нас тут? Двадцаточка. Вот, ребята, с этим пареньком как раз и будем. Найк, да? Хорошо.
55-й максимальный уровень у него. Берем с вами Армагошу, берем Ваньку Стиранка, Паукуса, Карайку возьмем. И я даже не знаю, стоит ли нам. Да возьми у Карайчу возьмем. Вот такая будет команда у нас. Я думаю, что она меня не подведет, и все пройдет идеально. Остается только проверить. Так, хил у них есть. Это Рафаэль, да? Поехали. Неплохо для начала. Я вот боюсь, что Рафаэль успеет, ребята, захилять. И поэтому мои суператаки, вот эти вот массовые, сейчас улетят в трубу. Ну-ка, подбей, пожалуйста, фокус. Так, отлично, минус 2. И бомбим Армагошей. Найс. Слушай, ну Армагоша меня не подвел. И, как видите, Рафаэль не успел отхилять свою команду. Поэтому, ребята, двигаемся с вами дальше. Переходим, естественно, в Сёгун. Две звезды. Так, 88-я позиция. И еще буквально у нас остается два боя, ребята. Два боя. Так, Джордан. Джордан. Ладно, давай возьмем. Причем, ребята, 54-й и 52-й уровень. Только что брали, дрались мы с 56-м, да? Победили, и нам сразу почему-то вот таких слабеньких дают. С чем связано, пока не знаю. Так, ну что, берем Рокзара, Брэд, Крис Брэдфорд и... Раз, два, три, четыре, пять. Ну давай, хорошо. Давай. Мне придется просто-напросто, ребята, откатить, наверное, Леонардо, да, на следующем бою, чтобы получить, ну, нормальный бонус. Так уж и быть, сделаем. Так, ребята, у нас у Рокзара провокация теперь действует два хода. Я прокачал, так что все пучком. Вот хочу теперь еще на следующую стадию прокачать. Я не знаю, будет ли у него на три хода, но я сомневаюсь. Я в этом, конечно, сомневаюсь. Так, волна. Давай обязательно волну. Упс. Воу, падают-то как замечательно. Так. Круто. Круто. По-другому не скажешь. Ну что, Джордан, пускай немножко отдохнет. Посмотрим, куда мы сейчас с вами перелетим. На какую позицию. Ну-ка. 77-я, да? 77-я плюс, ребята, у нас еще один бой в закромах. Так что не паникуем пока. Раз, два, три, четыре. Конечно, можно было бы взять какого-нибудь слабенького персонажа, но зачем? А Лео я откатываю только лишь из-за бонуса, ребята. В полной пачке мы получим полный бонус, да, с вами. Свечка. По кому-то свечка, ребят, горит. Ну что, делаем, во-первых, на уклонение. Так, теперь... А, бомбочка, елки-палки. Ну тут вообще найс. Бомбочка плюс вертушка, все, это 100% победа. Даже без всяких вопросов. Ну что, а теперь, ребята, мы переходим к самому интересному. Естественно, к фарму Шреддера. Сейчас посмотрим, кого нам дадут. Каких персонажей. Это, во-первых, если дадут имбу, то это будет круто. Если же дадут какую-нибудь вату, то, ребята, неделя будет фейловая. Ну что ж, давай посмотрим. Эксперт. Переходим сюда и смотрим, ребят, смотрим. Слушай, ну... Ну, так себе, ребят. Могли бы, конечно, и дать бы, например, бы мне здесь... Кого? Ну, хотя бы даже Зека, Криса Брэдфорда, да? И было бы вообще ништяк. Ладно, поехали. Так, Шреддер, супер Шреддер. Надеюсь, у нас хватит силенок завалить его. Так, ну что, родной, ты готов? От звездюлица. Так, делаем на уклонение. Ребят, кстати, помните, да, уклонение в прошлых сериях, когда мы с вами дрались со Шреддером, очень хорошо нам помогало. Пумс, ой, не упал. А так, отлично, отдыхает. Двигаемся дальше. Армагошу, естественно, нам надо будет на следующем бою, скорее всего, убирать из нашей команды, потому что это вата. Его будут разносить. Так. Ну что, Шреддер, что ты там? Даже ничего не успеет здесь сделать, да? Отлично. Мы с вами, по-моему, получаем всего лишь две ДНК, и это будет не супер Шреддер, а, по-моему, обычный. Сейчас проверим. Сейчас мы с вами... Да, ребята, это обычный Шреддер. Так, двигаемся дальше. Здесь у нас уже 50 уровень. Я думаю, что Армагошу пора отсюда убирать. Нам, естественно, нужны чистые победы для того, чтобы потом этот уровень фармить. Ну что ж, начинаем с уклонения. Никуда от этого не деться. Замечательно. И... Без пробивного. Будем просто бомбить его. Так. Падает родной. Идем на вторую волну. У нас здесь супер Шреддер. Так, ну, бомбим его обычными атаками. Потому что уклонение у нас уже стоит. Отлично, пол хп отняли. Ты смотри-ка, а, что делает. На-ка, получил в бубен. И пробивным. Я думаю, завалим. Замечательно. Ребят, третья волна.
И тут у нас опять супер шреддер. Ну, давай сделаем вот так вот. Ну, постепенный урон. Нет, не повесили, к сожалению. Хиляться я пока не буду, а вот супер удар можно применить. Так, яйцо-бомбочка, да? Замечательно. Так, он бросает свои, я не знаю, как их звать, свои штучки-дрючки, короче. Ну, я думаю, что сейчас ему, ребят, карантарики придут. Майки, елки-палки, что ж ты так подводишь на меня, братюня? Я думал, ты сможешь его забомбить. Но нет, не вышло. Видимо, слабоват еще. Так, а вот сейчас, по-моему, мы с вами уже получаем ДНК на супер-шреддеры. Сейчас проверим. А ну-ка. Нет, ребята, еще до сих пор на обычного шреддера. Что за ерунда? Я не понял. Так, значит, вот здесь уже будет, наверное, на супер-шреддера. Три волны, но здесь будет сейчас тяжело. Да, мы начинаем с супер-шреддера сразу же. Так, началось у него, да? Заиграло у него, так скажем. Уклонение. Слушай, я пока, наверное, не буду здесь применять. Его мы забомбим и так. Упс. Давай. Да ладно тебе, что, вы издеваетесь, что ли? Так, восстанавливаю себе здоровье, да? Охламонничай. Ладно, погнали. Бомбить далее. Пробили. Замечательно. Вторая волна. Опять уже у нас будет супер-шреддер. Так, что будем делать? Вертушку я пока приберегу. Давай обычными атаками. Так. Ай-яй-яй-яй. Так, Рафику досталось, да? Мы, наверное, с вами, знаете, что... Давай вот так вот. Попробуем постепенный урон повесить. Да что ж такое-то? Не катит, и все, ребята. Тогда делаем вот так вот. На уклонение. Так, замечательно. Что там? Опять, опять он свое сердце подключает, да, ребята? Естественно, отхиливается. Плюс у него защита. Но защиту мы пробиваем. Это очень круто. Давай-ка сейчас с ноги ему в бубен. Ай-яй-яй. Майки, конечно, очень, ребят, слабоват. Так, пошла волна. Фух. У нас, ребята, уклонение. И нам повезло. Мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Не, давай просто бомбить. Ой, как слабенько-то у нас удары-то проходят. Лео, ну, не подведи. Слабоват. Фига он там отхиливается, да? На 3000 с лишним. Здоровски. Ничего не могу сказать. По 3000 хп восстанавливает за раз. Прикиньте, это вот я его бомблю. Да, сколько вот мы его бьем. Он это все за один раз себе восстанавливает. Лео, давай, добивай его к чертовой бабушке. Что? Какая еще выносливость, блин. Вы сейчас издеваетесь надо мной, что ли? Я не понял. Какая выносливость еще там сработала у него. Ну, есть. Так, ребята, ну и как обычно у нас, ребята, это тоже шреддер, но уже восставший, да? Надеюсь, у нас хватит силёнок его забомбить. Такой противный вот этот дракон. Так, ну что, супер шреддер выходит. Такой, восстал из мертвых, елки-палки. Да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, что ты сейчас будешь бросаться в нас своими скелетами, но нам нужно тебя зашатать, увалить, разорвать, я не знаю, как еще это назвать. Ну что, ребята, ох ты, у нас уклонение есть. Откатилось, да? Применяем, конечно же, и погнали. В кого? В Рафа. Промахнулся вообще. А вот мы не промахнулись, это круто. Так, делаем, ребята, вертушку, посмотрим, сколько хп отберем. Половину здоровья, да, практически отняли у него. Вот так вот. Майки, давай, попробуй. Попробуй, родной. Ну, хоть какой-то вкладик сделал. Так, что он там делает? В кого? Ух-хо-хо-хо. Прилетела, ребята, она все-таки, да, малька? Так, подожди, только не в майке. Фух, потому что майки он мог бы, ребята, сейчас ушатать. Тихо-тихо-тихо-тихо, родные, что будем делать? Бомбить или хиляться? Давай хиляться. Просто я не уверен, что он по атаке прожмет его. А вот Рафик должен. Да, ребята, те самые мертвецы его и забрали с собой в преисподнюю. Ну, а мы прошли с вами этот уровень. Соответственно, мы сможем его фармить. А что-то я в прошлой серии немножко не так посчитал, да? Что-то у меня там так красиво все выходилось насчет супер-шреддера. Но на самом деле ничего хорошего. Всего лишь пока 3 ДНК. Я не знаю, сможем ли мы вот этот с вами уровень пройти. Давай постараемся. Хотя бы заработаем просто с вами ДНК. Я не уверен, что пройти на 3 звезды получится. Можно, конечно, было бы без Армагоши попробовать, но я сомневаюсь, ребят.
Тем более он здесь сейчас будет лютовать. Елки-палки, у него инициатива будет целая куча, да? Ну, а нам нужно, ребят, пробивать его любыми способами. Так, 3 ДНК, как говорится, на Супер Шреддера просто так на земле не валяются. Поэтому, ребят, применяем все наши способности. Отлично. Так, вторая волна, она практически как и первая, да? Да, такая же. Армагоша. Ну, попробуем. Нанесешь урон хоть немножко? Ой-ой-ой-ой, какой маленький ничтожный урончик ты нанес. Но зато, ребят, смотрите, он понизил ему атаку. И это круто. Так, смотрим, кого валит. Никогошеньки он не завалил, а мы ему... Ребят, неплохо мы ему и меткость, да, понизили, и плюс атаку понизили. А ну-ка, ать, слабовато. Возьмем, наверное, провокацию всякий, на всякий случай, да, с вами. Пускай он бомбит именно... Блин, как он жестко, ребят, он еще и сейчас... Да, еще и защиту повесил. Еще повесил на себя защиту. Плюс, наверное, выносливость, как обычно, да? Майки, почему ты так слабенько бьешь? Я не понимаю вот это вот. На 2500, да, мы вот сейчас бомбанули Леонардо, и он... Так, 2700, кританули. Смотрите, 594, ну это вообще ни о чем. Давай попробуй пробить, попробуй постепенку повесить на него. Ну, пожалуйста, Так, бросает, ну я надеюсь промахивается, да? Нет, попадает, но... Вот, вот это вот меня вот убивает просто, вот эта выносливость. Армагошечка, ты меня удивил, смог забомбить. Ну что, ребята, если мы здесь с вами успеем спасти Армагошу, то это будет круто. Если что, я попробую перепройти этот уровень без него. Может быть, опять получится на изи с 3 звездочками, чтобы профармить этот уровень. Да ладно, ладно, хорош тут выкаблучиваться. Вставай уже в свою позу, и мы будем тебя потихоньку разбирать. Покричал там еще что-то. Так, с вертушки начнем, да? Начнем с вертушки. Неплохо, я скажу вам сразу, неплохо, ребята. Так, оп. В кого? В Армагона будет, ребята, бомбить. О-хо-хо. В Рафаэля? Твою ж налево, а почему? Вот это для меня, честно говоря, нежданчик, ребята. Рафаэль отдуплился у меня здесь. Ты прикинь, он его с 2 ударов снес. Вот это красавчик, тут ничего не скажу. Так, вытягивает здоровье, да? Да, вытягивает здоровье. Так, истощение повесил, да, на нас? Ну, ребят, я могу захиляться, конечно же. Не знаю, нужно было это или нет. Так, да что ты, в кого? Воу, промахнулся по майке, он, ребят, промахнулся. Так, секунду, секунду, секунду. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж, ну, давай суперударом, бог с ним. Давай попробуем суперударом. Почему у нас так уклонение долго восстанавливается у Микеланджело? Я не понял, в чем юмор? Так. Он, ребята, понижает нам защиту и понижает атаку. Вот почему мы так с вами паршивенько бомбим. Сейчас кому-то будет хана. Нет, пока живем, ребята. Пока живем, но... Слушай, на пределе. Так, двойная атака. Я просто боюсь, мы с вами не успеем. Лео, давай, сейчас упадет Лео, да? Твою же налево, и как мне теперь прикажете его забомбить? Майки, давай. Нет, 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 нет. Промахнулся? Ого. А ну-ка, Армагон, вот ты меня просто удивляешь. Я представляю, какой ты будешь имбовый, если тебя прокачать. Выжил? Это круто, ребят, на самом деле. У меня, прикинь, Лео упал, Раф упал, а Армагоша выжил. Хотя самый слабенький из всех. Ну что же, Супер Шреддер, ребят, 3 ДНК. Я думаю, что здесь нет смысла проходить даже без, так скажем, Армагона, потому что, ну, все равно он завалит. А вот найти ДНК, это можно попробовать. Так, давай рискнем, ребята. Рокстеди нам выпал, не то. Да какая шляпа с напитками, идите вы... Так, тигриный коготь, ну, в принципе, нормально. 2 доллара, ну, хуже не придумаешь, ребят. Так, золотые сколки. 30 этих жетонов. Кстати, ребят, подождите секунду, мы с вами не будем сейчас пока тратить. Давай зайдем сюда в платиновое и посмотрим, каких здесь... Твою же налево, я уже потратил, да? Я хотел сюда зайти и посмотреть, каких нам дадут персонажи. Может быть, был бы смысл пройти. Но, ребята, поздно я опомнился. Так, что у нас здесь? Давай обменивать. Крис Брэдфорд. Так, секунду. Нам нужны... сколько там нам нужно еще, ребята? Еще 5 катушек. Но пиццы пока нету, как мы видим. Давай зайдем тогда с вами в магазин и глянем.
по предметам. Так, я могу, в принципе, взять, ребята, Джастина купить. Давайте это сделаем. 2000 мне не жалко. Так, по монеткам у нас 116 монет. Вот это, кстати, круто. Так, подожди ты. Никого я пока не собираюсь покупать. Что ты мне вперед бати? Вперед бати лезешь-то. Так, я вот только думаю, что нам лучше взять. Алапекса или же Шинигами? Но мы, по-моему, хотели с вами Армагошу. Да, ребята. Армагошу, 79 ДНК. То есть еще остается 21 штучку найти, ребята, и мы его прапаем. И тогда это будет круто. На самом деле это будет круто. Так, 665 у нас жетонов. И мы с вами, мы копим с вами на кроликов, да? Соответственно, пока не хватает. Так что ждем, терпим. И что же у нас, ребята, остается? По-моему, ничего. Абсолютно ничего. Я буду уже потом ДНК за кадром, да, копить. На турнирной арене у нас ранг 63. Мы пока в Лиге Сёгунов 2 звезды. Завтра, я надеюсь, мы с вами перейдем все-таки в 3 звезды и попробуем еще поискать ДНК на Шреддера. Шреддер, супер Шреддер. Да, супер Шреддер. Он нам, ребята, очень нужен. Я думаю, что это будет имбовая карта в нашей колоде. Блин, ну всего лишь 48. Ну хотя бы до полтинничка догнать, уже будет какой-то интерес. Ну что ж, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Time of